В ночь с 26 на 27 января 1904 года, без объявления войны, японские военно-морские силы атаковали русскую Тихоокеанскую эскадру на внешнем рейде крепости Порт-Артур. 10 миноносцев нанесли удар самодвижущимися минами Уайтхеда, постоявшим на внешнем рейде русским броненосцам. Из 16 выпущенных торпед в цель попали только 3, тяжело повредив новейшие броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан». Получил повреждения бронепалубный крейсер «Паллада». Поражение русского оружия в японской войне невозможно понять, не осмыслив мистическую, иными словами, религиозную составляющую процесса по имени «История». Но сначала надо отсеять наслоившиеся черные и не очень черные, искажающие действительность мифы. Легенды начинаются с первых же минут войны. Например, существует утверждение, обильно подогретое автором многочисленных сказок на исторические темы Валентином Пикулем, о всесильной японской шпионской сети на Дальнем Востоке. Сеть, конечно, была. В силу расового соответствия японцам легко было внедряться в русское окружение под видом китайских рабочих. Так во главе порт-артурского ассимиляционного обоза верхом на бочке с нечистотами разъезжал полковник японского генерального штаба. Однако сведения, полученные адмиралом Тога от разведчиков, были не на высоте. Второй отряд миноносцев в количестве 8 вымпелов вместо Порт-Артура атаковал порты Дальний и Таллинван, в которых не было ни одной русской боевой единицы. Имея Тога более верные сведения, катастрофа могла быть полной. Шпионская сеть была, но значение ее не было решающим. Другую легенду, уходящую корнями в русские газеты 1904 года, легенду о том, что в вечер перед японской атакой большая часть офицеров эскадры присутствовала не на кораблях, а на балу по случаю имени супруги командующего эскадрой адмирала Старка, пустил в жизнь писатель Степанов. Заметим, что в остальном его двухтомный роман-эпопея «Порт-Артур» не только увлекательное чтиво, но и весьма верное описание исторических событий. Именины у жены адмирала были, но празднование их было отложено до более спокойных времен. В реальности на флагманском броненосце шло совещание, посвященное назначенному на утро учебному выходу в море. Все орудия, кроме главного калибра, были заряжены и готовы к немедленному открытию огня. Разбуженные первыми выстрелами экипажи не только отразили подлую вылазку японцев, но, пользуясь таблицами и методой, выработанной незадолго до войны выдающимся русским морским теоретиком адмиралом Макаровым, спасли от потопления все 3 поврежденных судна. Кстати, тот же Макаров предупреждал и об опасности нахождения судов на внешнем рейде. За день до японской атаки флотоводец писал: «Никакая бдительность не может воспрепятствовать энергичному неприятелю обрушиться на флот. Если мы не поставим теперь же во внутренний бассейн флот, то мы принуждены будем это сделать после первой ночной атаки, дорого заплатив за ошибку». В царской армии, и тем более на кораблях флота Его Величества, занимались не только парадами или уборкой палубы, как может показаться человеку, читающему книгу Пикуля или Новикова «Прибоя». Корабельные инженеры, руководя прекрасно выученными трюмными командами, спасли корабли от неминуемого опрокидывания. Заметим, что в 1956 году в Севастополе при взрыве на линкоре «Новороссийск» подобной выучки, к сожалению, не наблюдалось. У русского флота была высочайшая среди тогдашних военных флотов морская практика. Подобную школу советский военный флот приобрел только со второй половины 70-х годов, выйдя из Балтийского и Черноморского маловодья на просторы Мирового океана. Между тем, любой корабль русского Балтийского флота, из состава которого и формировалась эскадра Тихого океана, выполняя плавание к месту несения службы, совершал почти кругосветное плавание. Клевета на царский флот была не случайной. Она должна была прикрыть уничтожение русской морской традиции, не пропитой, согласно Пикулю и Новикову «Прибою в кабаках», не потопленную под Артуром и в Цусиме, но расстрелянную на кровавом льду мятежного Гельсингфоркса в феврале 1917 года. Русская эскадра начала серьезную подготовку к неизбежной войне с марта 1903 года, когда адмирал Старк отдал приказ переменить белый парадный окрас кораблей на боевой темно-оливковый. Сегодня корабли всех военных флотов мира окрашены в различные оттенки серого цвета. Но русским кораблям
предстояло воевать в Желтом море, которое, будучи желтым от лесовой взвеси у китайских берегов, по мере удаления от Китая становится мутно-зеленым. Русские корабли окрашивались применительно к конкретному театру военных действий. В истории человечества это была первая война, в которой боевые корабли сменили парадную боевую окраску на защитный цвет. Русская военная мысль шла в ногу со временем. Чтобы разоблачить еще одну легенду, вернемся ненадолго в Петербург. Считается, что русская дипломатия ничего не делала для того, чтобы, если не предупредить, то хотя бы оттянуть начало войны. Это совершенно не соответствует исторической действительности. В ходе переговоров по конфликтным вопросам в Маньчжурии перед самой войной русскому послу в Токио была направлена телеграмма, которая разрешала новые уступки. Следует напомнить, что изобретенная Поповым и Маркони радиосвязь была еще только в первом десятилетии своего существования, и посольства не имели прямой независимой связи со своими правительствами. Так вот, японские телеграфисты задержали дипломатическую депешу. Надо думать, что не без соответствующего указания японского кабинета. Воспользовавшись не получением ответа на свои ранее выдвинутые требования, Японская империя 24 января разорвала дипломатические отношения с Россией, предложив российскому посланнику барону Розену незамедлительно покинуть страну Хризантем. Вот как выразило японское общественное мнение японская газета «Ницци-Ницци». «Бейте и гоните дикую орду! Пусть наше знамя водрузится на вершинах Урала!» Заметим, что до написания Адольфом Гитлером, печально известный «Майн Кампф», оставалось еще добрых 20 лет. В кайзеровской Германии о подобном не мечтали даже отцы немецкой геополитической теории, вроде Хаусхофера. Что же касается дикости, то современным русским людям, которым телевидение навязывает разнообразные самурайские сказки, следует помнить, что главный японский военный кодекс Бусидо содержит прямые предписания ритуального каннибализма. Самурай-победитель для закрепления собственной победы должен был съесть суши из печени убитого врага. Одевшись в европейскую одежду и раздав людоедам-самураям европейские титулы баронов и виконтов, Япония не очень-то стремилась проникнуться духом рыцарства. Пользуясь отсутствием на гражданских судах дальней радиосвязи, возле все той же Цусимы в 3 милях от корейского берега японцы захватили русский пароход «Екатеринослав». Там же, в корейском порту Фузан, пароход «Мукден». Тогда же на рейде Нагасаки захватывают пароходы «Россия» и «Аргунь». Причем их капитанам не дают возможность связаться с русской консульской службой. День спустя в Желтом море в 100 милях от порта Артура пиратски захвачен транспорт «Монголия». По трагической случайности он вез в Артур комплект воздухоплавательного парка. Именно этих аэростатов будет не хватать русским артиллеристам для успешной контрбатарейной стрельбы полгода спустя. На следующее утро после атаки порт Артура на рейде корейского порта Чимульпо японцы атаковали бронепалубный крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Можно долго говорить о просчетах царского наместника на Дальнем Востоке адмирала Алексеева, вовремя не отозвавшего корабли, обеспечивающие безопасность русской дипломатической миссии. Но все же коварство японцев, порвавших подводный телеграфный кабель, обеспечивший связь корейской столицы Сеула с внешним миром, коварство японцев находилось далеко за пределами традиций тогдашней дипломатии, которым в ту эпоху, в отличие от наших дней, следовали неукоснительно. Вечером 26 числа кореец вышел в море с целью доставки дипломатической почты и получения дальнейших указаний. Однако на выходе из бухты он был перехвачен японским отрядом в составе 6 крейсеров и 8 миноносцев-истребителей. Угрожающими маневрами японцы заставили корейца лечь на обратный курс. При этом в момент поворота он был атакован миноносцами. Маневрируя, командир канонерки, капитан 2-го ранга Беляев, уклонился от японских торпед и вернулся на внутренний рейд Чимульпо. Сегодня модно дискутировать о том, как должен был поступить командир «Варяга» Руднев. Высказываются мнения, что он должен был попытаться осуществить ночной прорыв, оставив тихоходный кореец в любом случае обреченный на верную гибель. В реальности все было сложнее.
Здесь наступает время развеять еще одну устойчивую легенду, называющую «Варяг» лучшим крейсером Порт-Артурской эскадры. В реальности все было не так. Построенный в Америке на верфях «Крамп и сыновья» действительно красивый крейсер обладал, если так можно выразиться, врожденным бароком сердца. Его паровые котлы имели серьезные конструктивные недостатки и не могли держать высокое давление, необходимое для развития полного хода. На Дальнем Востоке у России не было необходимой ремонтной базы, и устранить дефект можно было либо в Филадельфии, на верфи его построившей, либо по возвращении с боевой службы в Кронштадт. В тот последний вечер его полный ход не мог превышать 17 узлов. К тому же порт Чемульпо мелководен, а фарватер его узок и извилист. Даже в полном приливе выход из него был крайне затруднителен. Руднев не делал ошибок. Его корабль был неисправен, а узость фарватера не давала возможности обойти японский крейсерский отряд. Руднев принял единственное возможное для русского офицера решение. Гибельное для корабля и экипажа, но спасительное для русской чести. Мы идем на прорыв и вступим в бой с вражеской эскадрой, как бы она сильна ни была. Мы не сдадим кораблей и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови. Из обращения капитана первого ранга Руднева к экипажу крейсера «Варяг». В 11.30 утра 27 января «Варяг» и «Кореец» снялись с якорей. Когда они, идя навстречу неминуемой гибели, проходили мимо европейских кораблей-стационеров, оркестры на них играли русский гимн. «Варяг» шел навстречу состоявшей из 6 крейсеров эскадре адмирала Урю. При том, что даже один флагманский корабль противника, броненосный крейсер «Осама», вооруженный 8-дюймовыми башенными пушками, в разы превосходил русский крейсер по огневой мощи. «Осама» – броненосный крейсер, построен в Англии, водоизмещение 8000 тонн, скорость хода 21 узел. Главные механизмы и артиллерия прикрыты броней. Вооружение – 4 8-дюймовых орудия и 14 6-дюймовых. Вес 8-дюймового 203-мм снаряда 100 кг. На один борт могли стрелять 4 8-дюймовых и 7 6-дюймовых пушки. Между тем, из 12 6-дюймовых пушек «Варяга» на один борт могли вести огонь только 7 орудий. Вес 6-дюймового снаряда 50 кг. А ведь вслед за «Осамой» шли еще 5 мало чем уступавших «Варягу» по боевой мощи крейсеров. Обладая большей дальностью огня, в 11.45 «Осама» первым открыл огонь. Когда противники сблизились, ударила артиллерия русского крейсера. Первой жертвой пал стоявший за носовым дальномером мичман граф Алексей Нирот. Японский снаряд ударил его в грудь. После боя была найдена только кисть руки с фамильным перстнем. Жестокий бой продолжался 45 минут. Из экипажа в 557 офицеров и нижних чинов были убиты 31 и ранены 190 моряков. Выпустив 1105 снарядов, крейсер почти расстрелял имевшийся боекомплект. Многие орудия были разбиты, огонь с «Варяга» значительно ослабел, и Руднев приказал повернуть обратно в порт. По возвращении на рейд, ввиду невозможности продолжать бой, в 18 часов 10 минут «Варяг» был затоплен, а канонерская лодка «Кореец» взорвана. Вместе с боевыми кораблями был сожжен и затоплен находившийся в порту русский пароход «Сунгари». Русские экипажи перешли на крейсеры-стационеры нейтральных держав. Только американская канонерка отказалась оказать помощь русским. По настоянию командира французского крейсера «Паскаль» тяжело раненых русских моряков принял на берегу японский госпиталь Красного Креста. Надо отдать должное японцам. В эту войну они действительно вели себя по-рыцарски. Высоко оценив мужество русских моряков, адмирал Урю приказал считать их не военнопленными, но потерпевшими кораблекрушение. К сожалению, в японской военной истории такое благородство было в первый и в последний раз. Подвиг «Варяга» произвел сильное впечатление не только в России, но и за ее пределами. Сегодня мало кто помнит, что слова «Варяга» – одно из самых любимых народом песен, написаны немецким поэтом Рудольфом Грейнцем. А мы знаем их в замечательном переводе Евгении Студенской. В марте месяце героические экипажи прибыли в Одессу. Их возвращение по железной дороге в Петербург стало поистине триумфальным шествием. Венцом чествования стала встреча в столице. 16 апреля варяжцы прошли по Невскому проспекту и были приняты в Зимнем дворце.
На обеде в честь героев Чемульпа император, обращаясь к матросам варяга, сказал: «Многие из вас своей кровью занесли в летопись нашего флота дело, достойное подвигов ваших предков, дедов и отцов, которые совершены ими на Азове и Меркурии. Теперь и вы своим подвигом прибавили новую страницу в истории нашего флота, присоединив к ним имена варяга и корейца». Император Николай II. Между тем война шла своим чередом. Первой задачей японцев было завоевание господства на море. Для этого они предприняли серию ночных атак пароходами-брандерами, которые намечалось потопить в узком проходе порт Артурской гавани. Но русские моряки и артиллеристы береговых батарей отразили все попытки врага. И все же русский флот активных действий не предпринимал. Обеспокоенный этим, русский император принимает блестящее кадровое решение. Новым командующим флотом на Тихом океане назначается вице-адмирал Степан Осипович Макаров. Храбрый офицер, награжденный в Балканскую войну Георгиевским крестом. Блестящий морской теоретик, явившийся основателем новых классов кораблей, торпедных катеров и миноносцев. Кораблестроитель и полярный исследователь. Создатель первого в мире линейного ледокола «Ермак». Создатель так называемой теории непотопляемости корабля, действия в соответствии с которой спасли поврежденные японцами в первой ночной атаке корабли, Макаров был лучшей кандидатурой. Под флагом Макарова русские броненосцы научились делать невозможное – выходить в море из гавани через узкий мелководный проход за одну большую воду, да еще и без помощи буксиров. Комендоры русских броненосцев стреляли заметно лучше своих японских коллег. Макаров готовил флот к генеральному сражению. Ему оставалось дождаться ввода в строй поврежденных первую ночь войны кораблей. Порт Артур не располагал сухим доком, способным принять тяжелый броненосец. Напоенные коммунистической русофобской желчью отечественные историки любят ставить это в вину чуть ли не самому императору Николаю. Напомним, что это весьма дорогое сооружение. Например, тяжелые корабли советского, а теперь и российского Северного флота по сию пору пользуются плавучим доком. Вот только привезти плавучий док из Петербурга на Дальний Восток – это буксировочная операция, невыполнимая и в современных условиях. Но русские инженеры нашли выход. Были созданы фигурные кессоны, позволившие работать с подводными пробоинами в сухих камерах. Русские миноносцы регулярно выходили в море на поиск маневренной базы японского флота. В одной из таких вылазок совершил свой бессмертный подвиг контрминоносец «Стерегущий», вступивший в неравный бой с четырьмя японскими миноносцами и погибший, не спустив флага. В холодное утро 31 марта его подвиг повторил миноносец «Страшный», атакованный шестью японскими миноносцами-истребителями. К сожалению, его героическая гибель послужила прологом события куда более трагического для судеб войны и русского дальневосточного флота. Наблюдая поединок русского миноносца с японским отрядом, на помощь ему устремился дежурный крейсер «Баян». Подойдя к месту гибели «Страшного», он отогнал японские миноносцы, но и сам попал под огонь подходившей со стороны открытого моря японской эскадры. Подобрав из воды пятерых уцелевших моряков, «Баян» начал отходить под прикрытие береговых батарей. Навстречу крейсеру уже шли броненосцы русской эскадры. В 9 часов 43 минуты под правой скулой флагманского броненосца «Петропавловск» прогремел чудовищной силы взрыв. Спустя несколько секунд второй, еще более сильный. Нос броненосца отломился, и он мгновенно ушел под воду. Вместе с Макаровым холодные воды Желтого моря поглотили его близкого друга, художника-баталиста Верещагина, начальника штаба контр-адмирала Молоса, 27 офицеров и 630 матросов. Зато со дна моря всплыл великий князь Кирилл Владимирович. Всплыл затем, чтобы в марте 17 года предать царя, сдав ничтожеством из временного правительства вверенный ему гвардейский флотский экипаж. Всплыл затем, чтобы стать прародителем нынешнего так называемого претендента на русский престол, принца Георгия Гогенцоллерна. Здесь стоит вспомнить историю путешествия на Дальний Восток порт-артурской иконы Божьей Матери, Богородицы на мечах. Россия не раз спасала заступничество чудотворных икон, не только в древние времена. В 1853 году по духовному откровению в осажденный Севастополь была послана Жировицкая икона Пресвятой Богородицы.
Но главнокомандующий в Севастополе адмирал Меньшиков кощунственно заявил, что при обороне он и без женщин обойдется. Всю войну икона простояла в северном укреплении Севастополя, прикрывавшем шедшую из Бахчисарая дорогу, по которой шел подвоз припасов в осажденную крепость. Словно завороженные, союзники бились лбами о неприступные бастионы. Ничтожные укрепления на северной стороне, бывшие ключом ко всем русским коммуникациям, не подвергалось даже блокаде. В середине 20-го столетия, в первое лето новой Отечественной войны, история заступничества Пречистой повторилась, как и в древние времена. Откровение будет явлено Илием, митрополиту Гор-Ливанских. 3 дня и 3 ночи проведет он в неусыпной молитве в пещерной келье, прежде чем откроется ему воля небесной заступницы. Он напишет письмо Сталину, в котором напишет о том, что по воле Пречистой Божией Матери должно прекратить гонение на церковь, открыть храмы и служить молебны перед Казанской иконой, но по совершении которых следует обнести ею Москву и Ленинград. Икона облетела осажденные города на борту боевого самолета. На Подмосковье упали неслыханные морозы. Когда немецким танкистам оставался один бросок до стен Кремля, моторы их машин нельзя было привести в действие. Да и под Ленинградом немцев остановил не безжалостный к своим солдатам маршал Жуков. За 3 дня до его прибытия на Ленинградский фронт Гитлер забрал у штурмовавшего Ленинград фон Лейба единственную его ударную силу – танковую группу – и отправил ее на московское направление. И это в тот момент, когда немецкие танки готовы были прорвать последние траншеи, отделявшие немецкую пехоту от городских окраин. То же самое случилось и на Дальнем Востоке. Порт-Артурская икона только побывала в Порт-Артуре и вместе с поездом царского наместника адмирала Алексеева переехала во Владивосток, где и пребывала до самого окончания войны. Но ведь вот что интересно. Владивосток, бывший в отличие от Порт-Артура ключом не только к Маньчжурии, но и ко всему Дальнему Востоку, а мы знаем, что для японцев целью войны была не только Маньчжурия, но все русское Дальневосточье. Как-никак японские газеты призывали поднять знамена Микадо не где-то, а на Уральских горах. Так вот, Владивосток, совершенно беззащитный суши и не имевший гарнизона, всего в 10 тысяч человек, совершенно не был атакован японцами, которые словно забыли о его существовании. После гибели Макарова японцы ощутили себя почти безраздельными хозяевами в водах Желтого моря. Не желая признавать бытие Божие, многие историки и поныне приписывают трагическую гибель командующего удачной реализации японцами разведывательной информации. Подрыв на минной банке, то есть на связке из нескольких якорных мин, не могло быть заранее спланировано, ведь море – это не шоссе и не железная дорога. И слишком далек был от шаблона русский флотоводец. Макаров никогда не действовал по шаблону. Тяжелым броненосцам он предпочитал стремительные крейсера, такие как «Баян» и «Навик». Выход в море на медлительном Петропавловске был не правилом, но наоборот исключением из правила. Мина на его пути не могла быть блестящей реализацией японской злой воли. Неверующий в Бога человек склонен называть такое «злым роком», ударом судьбы. Но лучше сказать, что это было попущением Божьим. Когда Бог карает человека, он не бьет его ударом грома небесного. Он попросту лишает его разума. В японскую войну русские солдаты и матросы, младшие и старшие офицеры до полковника и капитана первого ранга, будут храбры, смекалисты, инициативны. И только военные вожди, не утратив при этом личного мужества, словно оцепенеют. И в этом необъяснимом оцепенении поведут насмерть вверенные им войска и боевые корабли. Все это будет следствием все возраставшего в тогдашнем русском обществе атеизма. Русская либеральная интеллигенция мечтала о поражении царского режима в любой войне с любым внешним врагом, потому что она мечтала об уничтожении самодержавия в России. А коли так, любое тактическое поражение встречалось с восторгом, с ликованием. В начале апреля, сразу за гибелью Макарова, первая японская армия генерала Куроки, высадившись в уже известном нам Чемульпо, двинется на север, навстречу русским полкам. Русскому солдату предстоит покрыть себя немеркнущей славой.
но русскому командованию предстоит совершить ошибки, не подвластные человеческой логике. Нет, не случайными будут слова кровавого Ленина о капитуляции Порт-Артура, как о прологе к капитуляции царизма. Правда, бесноватый Ленин слукавит, это будет не просто крушение царской власти, но это будет погибель русского государства и, как таковой, русской государственности, государственности русского народа.